В воскресенье исполняется 100 дней войны в Газе, начавшейся с жестокого нападения боевиков Хамас на Израиль. От их рук погибли 1200 человек, в основном мирные жители. 250 были взяты в заложники. В субботу израильский авиаудар был нанесен по району Дарадж в городе Газа. Погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей. Ранее удар в Рафахе унес жизни не менее 13 человек, в основном членов одной семьи. Эти данные предоставляют палестинские источники, связанные с Хамас. Израильские лидеры обещают продолжать операцию, цель которой — освободить всех заложников и уничтожить Хамас. «Никто не остановит нас, ни Гаага, ни ось зла», — заявил премьер Бениамин Нетаньяху, имея в виду дело против Израиля о геноциде и деятельности йеменских хуситов. Накануне Цахал впервые опубликовал видео, на котором запечатлены действия спецподразделения «Рифаим» — «Призраки». Оно специализируется на поиске и уничтожении скрытых целей, например, лидеров Хамас.